Если, выходя из кафе, вы не обнаружили автомобиль на своем месте, не стоит паниковать и звонить в полицию. Скорее всего, вашу неверно припаркованную машину эвакуировали. Ежедневно чебоксарские дорожно-патрульные службы таким образом вывозят более десятка машин. Наша съемочная группа отправилась на одну из подобных операций. Пока звучит сирена, у недобросовестного водителя есть время выбежать на улицу. Если сигнализация не сработала, автомобиль увозят на спецстоянку. Не прошло и 5 минут, как объявился хозяин машины. Однако нести ответственность за административное нарушение все же придется. 1500 рублей – такова сумма штрафа за парковку в неположенном месте. В случае, если автомобиль забирает эвакуатор, дополнительно придется платить за место на штраф стоянки. 43 рубля 18 копеек – каждый час. Данный участок – проблемный участок. Паркуется и сужение проезжей части происходит. И по одной полосе только могут машины проехать, и затруднение движения происходит. Парковка в неположенном месте чревата не только затруднением движения. Неверно припаркованные автомобили мешают проводить уборку, портят бордюры и цветочные композиции. Ведущий специалист дирекции гаражного хозяйства заверяет, что проблему из-за нехватки мест на парковке делать не стоит. Людям стоит парковаться на специально отведенных местах, то есть это паркинги, карманы для парковок, для остановки машин. И, конечно же, на платных специализированных стоянках, на платных стоянках, в ближайших центрах, торговых центрах, можно дойти до рабочего места, потратив на это минут от 5 до 10. Я думаю, это не затруднит никого и будет лучше для здоровья. Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.